как неопытному молодому девственнику получить первый сексуальный опыт? Да, главное начать, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, такой был старый советский лидер, он говорил, главное начать. Да какая разница, какой будет первый сексуальный опыт? Это вообще не имеет значения, на самом деле. Никакого абсолютно. Какой он будет, пофигу. Главное, чтобы его, он был не один. То есть, чтобы после первого был сразу второй, какой бы он ни был, да, но просто главное не сливаться, то есть надо продолжать. С одной, знаете, может быть неудачный первый сексуальный опыт, надо забить и на следующий приключаться, да. Понимаете, просто вот смотрите, у меня, у меня бывает разный секс, там, с новыми девочками разный секс, и разные девочки по-разному себя ведут. И вот бывают такие кадры, что я представляю, что если бы она была у меня первая, я бы на всю жизнь стал геем, 100%. Просто. То есть, вот, зависит от того, кто тебе попадется. Потому что внешне девочка может быть классной там и казаться хорошей, и все такое. Но с такими заморочками и так себя вести отвратительно может она, да? Не уметь там или так себя вести, значит, что тебе покажется, что все они такие. И ты такой, это не мое сразу, да? А это не так. Это не так, потому что абсолютно все женщины разные, и бывает, ты напарываешься на такую, которая, в принципе, ну, представь, допустим, девочка внешне может быть привлекательная, да, ну, как это бывает достаточно часто, она может быть внешне очень привлекательной, классной, вести себя красиво и приятно. Выясняется, что ее, значит, воспитывала совершенно полоумная мама, которая, значит, ей там привила какую-нибудь жесть полную, и она там, значит, дерганная, там, когда речь идет об интимной близости, там, она начинает, значит, выдавать тебе такие вещи, которые, от которых у тебя крыша едет, там, да, совершенно неуважительно относиться к тебе как к мужчине, там, или что-нибудь такое. И, конечно, тебе покажется, что, ну, не стоит вообще связываться с этой темой, в принципе, да. Хотя просто ты напоролся на такую девочку, которая вроде ведет себя нормально, но в интимной близости люди все меняются, да. То есть он один, когда он общается, да, он один, а там он другой, потому что там у него воспитание вообще непонятно, кем сформировано, правильно? Вот. Я просто на тренинге очень часто рассказываю просто топ-10 приколов этой темы. Как раз касается того, что вот я бы, наверное, просто прекратил бы вообще весь свой сексуальный опыт, если бы это был первый раз. Вот, если бы у меня такое было в первый раз. То есть, да, люди разные, поэтому люди часто думают, во время своего первого сексуального опыта люди часто думают о себе. Они думают, что будет со мной. А ты не учитываешь, что есть еще и другой человек с другой стороны, который тоже, у которого тоже, значит, может быть что-то, какие-то проблемы, заморочки. То есть ты часто паришься, вот как я там, не облажался ли я там, правильно ли я сделал то или это там и так далее. А там с другой стороны тоже человек есть, который тоже лажает. Вот, и тоже у него косяки, там, и заморочки, и комплексы, и тараканы. И мы часто не думаем об этом. Мы часто не думаем, что на самом деле там, как бы, может быть, проблема не в тебе в самом, а в человеке, у которого там воспитание было такое, что просто туши свет, да. И, в общем-то, и от тебя это не зависит никак. Поэтому, да, смысла нет париться. Поэтому просто пробуй, тесть. Вот это очень правильно и хорошо тестировать разных людей. Попробовал секс с одной девочкой, потом с другой девочкой, потом с третьей девочкой, потом с четвертой девочкой. Вот. Вообще, с самого начала, вот изначально, надо внушать просто всем мальчикам и девочкам, еще в школах, что у них должно быть много друзей и подруг. Много друзей и подруг. Много друзей и подруг, с которыми они мутят, да? Потому что потом это будет переходить в сексуальные отношения, когда они будут взрослеть. И у них должно быть не одна подружка, и не один друг, и не один жених, и не одна, типа, невеста, а много-много разных. И пока не перепробовал там с 10-20, да, вообще даже не думать о серьезных отношениях. Ну, потому что просто это неэффективно. Вот это важно, прям супер важно. Это надо внушать детям с самой школы,
самой школы, что должно быть много друзей и подруг у тебя, потом у тебя должен быть опыт, попробуй с разными там, значит, ты должен ориентироваться, потому что иначе ты можешь сделать ошибку, вот. Ты вообще не понимаешь, в принципе, то есть все люди разные, кому-то подходят отношения там на 2-4 года, например, классика, да, жанра, то есть отношения 2-4 года длятся, да, как говорит нам профессор Сапольский в своих лекциях вот этих биологии поведения человека, по статистике все отношения нормальные для человека вообще, для всех людей, да, для вида человек, это 2-4 года, вот, длятся они. Ну, то есть человек, как выяснили ученые, он, они назвали это, по-моему, они назвали это переменная моногамность, то есть он не полностью моногамная штука, человек, да, он значит, частично моногамный, то есть что это значит? Что в основном люди, они моногамны на 2-4 года, а потом они меняют партнера, да. Это классика жизни. Соответственно, 2-4 года и смена партнера, 2-4 года и смена партнера, вот это происходит у людей так обычно. Вот. А есть те, которые, вот, это, вот я, например, мне это не подходит. Вообще 100%, да. Мне подходит только... У меня гарем. Вот это мне подходит. То есть гарем – это то, что круто. Откуда ты знаешь, какой ты? Ты не знаешь, пока ты не попробовал. Я всегда подозревал, что мне нужен гарем. Я всегда подозревал, что я нифига не моногамный и не частично моногамный, абсолютно полигамный человек. Вот. И многие мужчины тоже чувствуют себя и нашли в соблазнении, в пикапе, в соблазнении себя. Нашли, что мы действительно, мы, и нехер этого стесняться, нам нужно этим гордиться. Да, я бабник, я люблю женщин, да. Вот. Это круто. Это вообще круто, это классно. Попробовать себя быть бабником и любить женщин, это всегда круто, потому что это даже по жизни дает много чего. Даже если ты частично моногамный, то есть если ты, в принципе, всегда хочешь найти себе девочку на 2-4 года, да, то даже, значит, в этом случае вот эти навыки соблазнения, которые ты получаешь, когда ты попадаешь в тему, там, когда ты ищешь себе очередную лучшую женщину в своей жизни на 2-4 года, вот, они тебе потом в других вещах помогают, там, в жизни вообще, в принципе, в коммуникации с другими людьми, там. В том, что тебе нужно что-то сделать, бывает, да, то есть просто, ну, соблазнение – это прекрасный способ иногда получить от людей то, что тебе нужно, вот, с минимумом ресурсов и затрат, усилий, поэтому в этом смысл есть определенный. Для всех людей, я считаю, что в этом есть смысл, для всех людей изучать это можно, вот тему соблазнения людей, да, нужно в школах изучать. Вы знаете, насколько полезнее было бы, если бы вместо какого-нибудь белорусского языка, да, у нас была бы тема такая, как снять девочку или как соблазнить мальчика. Представляете, вот там в 10 классе, да, в 10 классе начинается урок. Я думаю, что если сделать тестовый только, вот в любой школе сейчас, взять и сделать тестовый урок, Лесли, вся школа придет на этот урок, забьют на все вообще просто. Вот это будет самый крутой урок, и самый, или там, если сделать там курс лекций там в школе, да, там, любой. Это будет то, что просто все дети придут сразу. Не надо, не будет, никого будет заставлять, потому что им в этом возрасте, да, там, в конце, значит, там, 10-11 класса, им интереснее всего эта история, вот, чем все остальное, и полезнее всего для них, потому что... А им это никто не рассказывает. Как коммуницировать с противоположным полом, да, значит, им никто не рассказывает. Какие правила есть там, что, как вообще начать отношения там, как целоваться начать там, например. Вот. Вообще никто не рассказывает. Об этом никто им не говорит. Просто они не общаются с успешными людьми в этой области. Вот. Поэтому это, конечно, надо вводить на уровне школы. То есть 10 класс, 10-11 класс. Уже, у них же выпускной, они же все пожарятся на выпускной. Как же без этого вообще выпускной, не выпускной, по идее, понимаете? Все об этом знают. Это даже... Все об этом знают, никто об этом не говорит. Все дети жарятся на выпускном, 100%. К этому все идет. Вся школа подводит всех школьников к тому, чтобы они пожарились на выпускной.
почему нету никакого предмета до сих пор в школах о том, как успешно пожариться на выпускной. Вот спецкурс должен быть перед выпускным, короче. То есть четко спецкурс нужно отработать четкую программу спецкурса, как пожариться на выпускной. Все. Вот это то, что просто взорвет. Вот если хоть один директор школы осмелится сделать такой эксперимент и ввести эту историю, просто хайпанет на всю страну, на весь мир хайпанет этот директор. Вот. Эта школа станет примером для подражания для всех остальных школ. Вот. Потому что, ну, друзья, но это же то, что, знаете, вот система государства всегда думает о чем угодно, кроме человека. Вот о чем угодно думают люди, кроме того, что есть еще человек, у которого есть свои желания, свои мечты, там, свои, значит, метания там, и так далее. Не думают о детях, которые, значит, они волнуются перед этим выпускным, и он думает, снимет он кого-то или нет, или девочка думает, а буду я дурой выглядеть там на выпускном или нет, там, да, и что я буду делать, вы понимаете? И все это, и государство, оно вообще наплевать на эту тему, просто плевать на эту тему, забили болт просто на эту тему. Ну а что, какое-то отношение это к экономике имеет, какое-то отношение имеет к эффективности этого человека, да наплевать, как он там будет себя чувствовать, себя кем, и дебилом или нет, там, на своем выпускном, да, это не имеет никакого значения, а я вот считаю, что это самое главное в жизни, вот я считаю, что важнее этого нет ничего, вот, понимаете, и я прав.